О безопасности напоминают дети. Весной в «Металлоинвесте» подвели итоги ежегодного корпоративного конкурса «Труд без опасности», активными участниками которого являются сыновья и дочки работников комбинатов компании. Их самые яркие и запоминающиеся работы, рисунки и плакаты в доходчивой форме, рассказывающие о важных правилах безопасности, вошли в мобильную выставку. На этой неделе ее установили в холле управления Михайловского ГОКа. В управлении комбината ежедневно бывают десятки людей из разных подразделений Михайловского ГОКа. Детские рисунки, пусть наивно, но ярко отражают основные аксиомы охраны труда, промбезопасности. И, глядя на них, лишний раз вспоминаешь о ценности жизни своей и необходимости все-таки соблюдать правила. Увидеть экспозицию смогут все работники предприятия. Мобильная выставка отправится в турне по всем цехам и подразделениям комбината.